Кышья? Нет. Нет. Это Нет. какая строчка? Строчка Вторая какая? строчка пошла. Вторая. Ну я там точно есть, а вот эту Я первую. там точно есть. А с чего начинается? А это са, что ли? С там нету. Нет? Открываем первое занятие. Смотрим, у кого мы оторвали лапы. Первая Началось. буква Р. Первая буква Р. Не слышу, какая первая буква? Р может быть. Р? Р. Рвья. Р там нету. Нет. Х. Да, Ха. Светлана. Только смелее. Ха. Кхья. Кья, да, Я. первая буква Х, но Это без... кха. Так, Это Ха. кха, у которой оторвали стержень. А, кья, получается. Хна, чья. Вот это я не могу прочитать следующую. Н Если что-то вижу, не а нравится, строчку. отдавай это Андрею. Андрей, не возьмется? Ведь чуть отвлекся, какой как это После выше ч... было? Не расслышал? А какая предыдущая была? Какая была предыдущая? Чья? Дна. Предыдущая была чья, то есть третья. Вот, да, это дна. Андрей, прошу четче. Дна. Как? Дна. Джня, да, совершенно верно. А. Джня. Потом бда, Бда. ства, Как еще раз? ства, Штва. ства, стха, дга. Отлично, Елена. Достаточно. Елена Попова дальше. Гда. Сейчас мгха. Как вторая? Мгха. Н, Николай? Мгха. Да. Николай? Гха. Гха. Гна. Да. Гма. Мали. Если разрыв палубы. А, гпха. Гбха, Пхая. Бхая. В бхая я слышу гласную между двух согласных. А может ли в лигатуре быть гласная посреди? Нет. Лигатура – это скопление согласных. Бхуя. Бхуя. Хочу я на вас посмотреть, когда вы произносите бхуя. Значит, да, еще раз повторите. Бхуя. Бхуя. Не. Значит, откуда вы там уберете? Я не О. постесняюсь спросить. Я. Скопление согласных означает, что не может быть ни у, ни а между ними. Зачем Бхе? вам говорить? М? Бхе? Бхе? Да? Ха? Ха есть. А дальше? А я только что не видно. А как раз ваша любимая? Хва? Как? А.
Давайте вместе со вздохом облегчения произнесите. Хма, хма. Хма, да, хма. Хтха. 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 Не додумались даже в Индии, значит, до хтха. Значит, а если у тха оторвать знак градуса, что получится? Кто похож на тха визуально? Есть кто-нибудь, Елена? Бха. Как? Бха. Бха тут нету. Тут есть х и кто справа? У кого такой острый пузико? Александр, у кого? Я. И что получается, Елена, вместе? Хья. Хья. Хма, хья. Вья. И вья. Дальше, четвертая строчка. Вы согласны, что здесь в дополнительных начертаниях красивее, чем в печатном учебнике? Более изощреннее. Больни. Рья. Рья. Я боюсь спросить, я. А что вы. Сья. Сья. Сейчас прозвучало сья. Да. Елена. Ау. Сья. Немного ли, немноговато ли элементов для сия здесь? Стха. Стха, совершенно верно. Сна. Сна, да. Спа. Спа. Стха. А нет, сия. Нья. Нья. Правильно? Нья? Нет, не я. Если у я есть кружок в левом верхнем углу, то она на что меняется? Александр, если к я добавить знак градуса, она на что превращается? Тха. Тха. Да, тха. Тха. Мна. Спа. Бья. Не спа было. Шва. А вы говорите, не спа было, а что это было? Было мпа вроде бы. А, мпа, да. Мпа. Бья. Шва. Мта. Ва, по-моему, там не шва. Там, по-моему, другая тоже готова. Ну, и не знаю, как у всех. Ча, вторая буковка. Ща. У меня так. У всех. Ща, совершенно верно. Если речь про последний знак строчки, то ща, да. Ща. Та. Нбья. После нта что ж идет? Нбья. Мбья. Мбья. Мбха. Мбха. Матерь Божия. Мбха. Мы встретились спустя столько лет. Мбха.
Мы бы я, мы бы бха. Может я, может не я. Мы бы я, а мы бы не я. А на самом деле, Мария там что? Нтья. Нтья, да, нтья. Видит ли Елена Попова то, что вижу я? Да. Отлично. Нтра. Нтра. Вот сложную нтра опознаете, а нтья сомнение нагоняете тут. Лма. Лма. Лья. Лья. Лва. Джья. После лья что? Джья. Нет, после лья не джи. Не джи. А. А что это? Первое занятие открываем. Светлана, что это? Тва. Тва. А, я просто на другую смотрела. Тва. Джья. Угу. Мла. Мла. Как в слове молоко? Пла, пла, пла. Пла. Отлично, Елена. Ну что ж, ваше знакомство еще с лигатурами, как бы узнавание продолжается, да? То есть, как бы оно, думаю, сегодня не закончится. Ну хорошо, нет, в целом не все так плохо.